Друзья, рад видеть вас на канале. Сегодня будем обозревать средства после бритья. фигора Вот это допа барба. Это, наверное, после бритья означает. Вот. Сегодня на обзор я надел вот такие вот перчатки. А почему я их надел, я вам расскажу чуть позже. В общем, кто не смотрел мой предыдущий видос про мыло фигора которое вышло, компания итальянская, располагается к западу от Милана, там 50 километров, в городе ландине или как-то так. Ла Ландиона, вот компания, я так понял, молодая, 40 лет вроде как они производят, но куча линеек у них. Вот эта линейка Фигору, то есть предыдущее мыло то, тоже было из линейки Фигуру. Там еще есть всякие разные там линейки зубных паст там, и так далее, линейки шампуней, всяких скрабов. Ну, в общем, разное. Компания, скажем так, распыляется на разные линейки продуктов, если грубо так говорить. Но не всегда у них как бы отличный продукт получается. Но мыло вышло, вот, например, отменное. Да, я ничего не скажу. Вот. Посмотрел я это средство после бритья на Озоне. Думаю, дай закажу. Ну, я не рекламирую озон, просто там ну, выгодно мне покупать и прям к дому привозят. Тут пункт выдачи недалеко. Стоило оно 200 рублей. Думаю, блин, дай закажу, почему нет, как бы, да, 200 рублей, что там, немного. Вот, заказал, то есть это мыло. Ой, не мыло, а это. Средство после бритья. Побрился, думаю, дай нанесу на, на кожу почитал отзывы там говорят там аромат цветочками пахнет все такое какой-то цветочный цветочно-фруктовый аромат а, я короче говоря нанес его почувствовал такое небольшое жжение думаю ну неплохо думаю отлично потом в нос бросился короче какой-то ну поначалу непонятный мне аромат я бы даже не назвал его аромата именно такой броский запах какого такого дешевого дешевого какого-то парфюма там ну, просто дешма, дешманского не знаю дядя саша наверное так разводят этими ароматами наверное у дяди саши еще и получше ароматы вот его сейчас еще, еще раз понюхаю как будто напоминает напоминает этот освежитель короче для туалета такой дешманский перемешанный с стиральным порошком и еще какой-то броской неприятной этим с броским неприятным парфюмом вот очень омерзительный запах мне он очень не по... ну прям вообще не понравился короче этот запах я такой э, думаю ну блин ну может ему стоит раскрыться этому запаху и он как потом как раскрылся он как раскрылся потом этот запах что я просто я сижу, и вот я воздуха не чувствую, запахов других не чувствую. Я только чувствую вот аромат вот этого вот средства после бритья. Но ну, я не смог дышать просто. Оно так омерзительное. Оно впиталось в кожу. Его фиг чем отмоешь. Я пошел мыть лицо с мылом. Я три раза мыл лицо с мылом. Он, он не пропал. Я потом нанес поверх, короче, этот, средство после бритья прораса вот это ментоловое. Оно тоже не помогло. Я, короче, ходил, Ой, у меня на следующий день я иду с магазина по улице и чувствую, у меня как от кожи вот этой вот штукой пахнет. Вы представляете? Поэтому я и одел перчатки, чтобы, блин, не запачкать кожу. Кому-то может понравиться, ребят, я не знаю. Я делюсь только своим мнением. То есть, исключительно своим мнением. У вас мнение может быть совершенно другое. И вам этот запах может понравиться. Вот, так что вы тут не осуждайте меня. Я просто делюсь своим мнением. Вот мне лично этот запах не зашел. Кому-то, может быть, он и понравится. Средство недорогое. Но почему-то, блин, может партия не та была, пересыпали там какого-нибудь ароматизатора, да, может быть, я не исключаю. Вот. Выглядит оно вот так, блин. Сейчас надавлю, главное, чтобы мне в глаза не пшикнула эта штука, а то я еще, блин, неделю буду отмываться. Вот, смотрите, видите, такой жидкий гель получается. С небольшим содержанием спирта. Да, оно тут небольшое, но оно есть. В принципе, когда я его наносил, оно приятно так обжигало. То есть, не сильно, но приятно. Ну, блин, могли они какой-нибудь туда аромат добавить. Того же ментола. Да, та, ну, того же вот этого вот, что в запахе мыла был, да? Этого ореха, блин, добавить. Миндаля. Ну нет, почему-то они сделали вот этот вот... Какой же он, господи. Вот он какой-то прям химический этот запах. Я не знаю, почему, блин, упаковка классная. То есть я бы ей пользовался с удовольствием. Крышка нормально открывается, да, то есть просто легко. Не знаю, почему они так сделали. Я теперь не знаю, что это, наверное, хорошее средство для и костров, наверное, да, чтобы шашлычки пойти пожарить. <с> Но опасайтесь, что ваши шашлычки будут пахнуть вот этим вот химозным средством после бритья и вы их просто не сможете есть. Я теперь не знаю, куда ее девать, ну что, придется выкинуть, наверное, вот. А я ожидал, конечно, что будет классное средство. Ну вот так вот, видите, ребят, все это из одной линейки. Мыло просто великолепное. А средство после бритья, вот этот вот э, аромат, ну вот он, блин, все портит. Вот отличная баночка, смотрите, она реально симпатичная. То есть, я думал, блин, ну, попользуюсь. Ага, попользовался. Ребят, ну, пишите свои, свои отзывы. Кто-то может, кому-то может нравиться. Я не знаю, ребят, это я просто делюсь именно своими впечатлениями. Я ничего плохого не хочу сказать об этой продукции. Мыло отменное получилось. Вот, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, очень-очень это важно для меня. Вот лайки там по желанию, кому как. Все для вас стараюсь, покупаю, все это тестирую. Ну вот эта вот тема, конечно, не зашла. Очень-очень жаль. Ребята, всем пока, хорошего настроения.